Таким образом, открыв небесный свод для всех, мы совершим научный и социальный прорыв. Крылья нам позволят расширить и географические горизонты. Расширить горизонты? Да. Я давно тебя знаю, но не ожидал от тебя таких планов и мыслей. Жажду глупых свершений наш век обуздал, так на что нам небесные мысли? Мы так долго боролись, что город обеспечен был и безопасен. Это просто иное развитие ступеней, прости, я с тобой не согласен. Исполнение давней мечты. Я боюсь я разночтения в понимании высоты. Что вы имеете в виду? Высоту. Если каждый взлететь сможет ввысь, удалив приключения страсть, он посмотрит на все сверху вниз, в том числе и на власть. Захотят для тебя и мой полет покинет легко, он себе ставит небо звезд спиною и на прежний уклад. Хаос, бардак, беспорядок войны, ты слишком мало, чтоб все это знать. А все начинается очень пристойно с желания повидать. Ты послушай, выбирая свой собственный путь, человек порой здравомыслие лишен. Он со скепсисом может взглянуть, в том числе на закон. Что еще? Ты смотри, молодец. Учись, студент. Внести уточнение. У меня есть предложение, выгодное для всех, даже очень выгодное. Нужно просто внести изменения всего в один параметр. Что ты предлагаешь? Высоту. А? Капли свободы не повредит, если ее раздавать. Так пусть же летают, так пусть.
земли и неволе. Метра земли и неволе. Капли свободы, какой-то пустяк. Люди совсем не свободны, хотят. Им главное туфли не пачкать в дорожной пыли. Люди до крыльев уже доросли, они лишь хотят, чтобы их развлекли. Реклама, маркетинг, продажи, взлетайте вперед! Всего лишь метра земли и не более. Давайте не будем на строги. Не забывай смотреть под ноги. Давайте немного повысим планку. 2 метра от земли и не более. 2 метра от земли и не более. 2 метра от земли и не более. Давайте не будем так строги. Ну что же, я выделил вам бюджет на крылья с ограничением высоты. Но на будущее, Икар, избавь меня от подобных идей. Безопасность полиса – абсолютный приоритет, ясно? Да. Можете быть свободны. Икар! Да!